Почти половина населения Узбекистана проживает в сельской местности. И программа «Благоустроенное село» полностью меняет представление людей о том, как нужно и как можно жить, работать, проводить досуг. Особенно подобное преображение меняет кругозор и мировоззрение молодых людей, для которых это действительно памятное событие. Репортаж из Сырдаринской области. Программа «Благоустроенное село» на практике отражает реальное воплощение желаний и стремлений людей к достойным условиям жизни. К сожалению, десятилетиями они оставались лишь в глубине души. И только по инициативе президента родники благих начинаний забили ключом. Перемены во всем, и ими сегодня охвачены все уголки нашей страны. Не остается без внимания ни один вопрос, касающийся жизни сельчан. Отсюда и значимость проводимых работ в этом направлении. Это и обновление архитектурного облика сел, дорожно-транспортной и инженерно-коммуникационной инфраструктуры, решение проблем в деятельности социальных объектов, а также связанных с повышением уровня жизни населения. На гребне волны созидания и Сырдаринская область. В частности, плачевное состояние 44 многоэтажных жилых домов в Махалле-Адолат Сырдаринского района вот уже много лет создавали трудности для жильцов. Сегодня они решаются, к делу подходят комплексно. Здесь и строительство, и ремонт, приведение в надлежащее состояние линий электропередач, газа и водопроводов, благоустроительные и озеленительные мероприятия. Мы очень ждали этих перемен. Проблемы с обеспечением питьевой водой, электроэнергией, газом долгое время попросту не решались. Без внимания оставался ремонт социальных объектов, особенно многоэтажных домов. Огромное внимание президента к чаяниям народа заложило крепкий фундамент для их решения. Мы очень рады благоустройству и нашей Махалли Адолат Сырдаринского района, где целый ряд объектов, возведенных в течение многих лет, нуждается в безотлагательном ремонте. Махалля Бахмалсой Сайхунабадского района. На первый взгляд, будто все идет как надо. Но это лишь на первый взгляд. На самом деле, за размеренной жизнью сельчан кроется целый ряд нерешенных вопросов, которые десятилетиями отягощают им жизнь. Среди них, к примеру, проблема с обеспечением питьевой водой, низкий уровень медицинского обслуживания. Здание сельской семейной поликлиники нуждается в ремонте. В населенном пункте, где проживает около 4 тысяч человек, нет ни одного дошкольного образовательного учреждения. О местах культурного отдыха сельчан и говорить не приходится. Вот уже 60 лет, как живу в этом селе. Проблем было очень много. Разбитые улицы, обветшалый вид домов, отсутствие надлежащих помещений и мест для проведения культурных мероприятий, точек бытового обслуживания. Это серые штрихи прежнего портрета села. Теперь же новые краски придадут ему яркие оттенки. Спасибо президенту. Главное, меняется отношение ко всему окружающему в самом сознании людей, старающих быть причастными к процессу преобразований. На встрече с населением селения Халкобот сельского схода граждан Чорток Гулистанского района подробно остановились на реализации намеченных задач в рамках программы «Благоустроенное село». Безгранично рады сельчане современным архитектурным решениям по обновлению таких социальных объектов, как детские сады, школы, медицинские учреждения. И сами жители стараются задать тон в благоустройстве родного села. Такой диалог состоялся и в Махалле Стыклол Баявудского района. Здесь также современный вид придадут местной инфраструктуре. В частности, презентация новые проекты по качественному улучшению условий на Дыхканском рынке и других точках по оказанию услуг. Приступили к ремонту улиц и дорог, которые ранее напоминали о себе лишь едва заметными очертаниями. Когда мы видели, какие перемены происходят, восхищались и думали, а дойдут ли они когда-нибудь до нас. Слава Богу, дожили мы до этих дней. Потому что президент думает о каждой семье, о наших нуждах, учитывает каждую деталь. И все это закрепляет в адресных документах. Устаревшие линии электропередач, водопроводы заменяют на новые. Тем самым решается вопрос по бесперебойной подаче ресурсов. Созидательный процесс, который охватил практически всю территорию области, иллюстрирует динамику роста буквально во всех направлениях. Главное – на подъеме настроения людей, их сплоченность и инициативность в реализации солнечных проектов.